В Петропавловске водитель маршрутного автобуса снес ограду центральной мечети. ДТП произошло на оживленном перекрестке в разгар рабочего дня. По словам водителя, он ехал без пассажиров на ремонт. Внезапно у техники отказала тормозная система, и он на скорости залетел на тротуар. По счастливой случайности там не было прохожих, а вот высокий забор мечети придется теперь восстанавливать. Трубка лопнула. Тормозная. А здесь как раз посередине уже машина выскочила. И я, чтобы избежать столкновения, проскочил сюда. Никого не было, мое счастье.